Вітання сьогоднішнім матчу всіх аматорів футболу, футболістів і суддів. Гучить державний гімн Республіки Білорусь. Я знаходжу її вельми, вельми багато виразних сродків, і тому цією душі я її користаюся. Уже 8-9 тому до мене прийшло розуміння, що ну, ми там живемо вже у своїй державі, і якби всі вже давно нормально повинні ведати свою мову. І не буде напруги ні для кого, коли я буду весь час її користатися, а може і наоборот, це буде лепше. Тут же повипускалися, які вже працюють на підприємствах, якими ми там зустрікаємося де завгодно і по професійних питаннях, і по приватних питаннях, да і на футболі частяком. Вони, як правило, кажуть, що все нормально, все добре, цікаво, приємно. Ось. Я все ж таки кажу, що перше, це повинна бути лекція, повинна бути цікаво по самим предметам. Тим більше техніка, вона вся будується на формулах, графіках, діаграмах, схемах. Частку слайдов я навмисно блок діаграми не перекладаю. Тобто покидаю на англійській мові. І під англомовні слайди діаграми якби, розповідаю і якби, ще ліпше це розуміється. Ведають, я міркую, студенти, ось нічого в темі немає, ніякого навіть... Може, не казали нічого про це? Ну, поміж собою, звісно, вони мірковують, я мірковую цю ситуацію. Нідзе кажуть, ось був який конкурс. Ну-ка, першокурсник, там, по-моєму, про гэта нешта було. Гэта два абавязкі, вони поміж собою зв'язані слабо. Футбол все одно, ён в душі, ён ад самого дзяцінства, ось, і туди йдеш не з холодной головы, як ось сюди. Коли треба прагматично вирішати задачі, ось тут більше аналітики, тут більше підходу такого ґрунтовного, а там все ж таки більше емоцій. Лепіше сказати наоборот. Напевно, те, що тут набито було, ось цей досвід працювати на аудиторію, ця звичка, вона хоч і на невелику аудиторію, тут не буде 14 тисяч, як було на Білорусь-Франція, але все ж таки, перші спроби були тут. З тієї пори, ось, з 2012 року, як зараз пам'ятаю, перша гульня, 25 сакавіка 2012 року. Господари сьогоднішні дні, футбольний тур, гоне! І пам'ятаю, ось добре, всю ту гульню, 0-0. Першиню супраць нас я побачив у формі Динамо Стасевича і Лісового. І пам'ятаю ураження, вельми партія гульня, вельми шмат емоцій. Ось огроменная напруга ще у мене була в той час, вона і зараз, в принципі, є, але вже, в принципі, ну, який-ніякий є досвід, простей. А у той час напруга була колосальна, і я пам'ятаю, що ось так матч весь пройшов, як на полі напружено було, так і в душі було напружено. Господа, сьогоднішній дні футбольний клуб «Воля». Ну, а перший – Владимир Бушман. Хвалювання було, звісно. Ну, і зараз хвалювання є. Ведаєте, хвалювання, ну, таке... Воно приємне хвалювання. Тобто, чим більше народу, тим це хвалювання, воно більше приємне. Ну, якби і відказність нікая на тобі, що... Ось, люди зібралися, що треба добре представити, добре підвести до гульні. Ось, але у той же час це натхняє. Тобто, коли люди є на стадіоні, це дуже добре. Це з усіх позицій тільки дає плюс. 2015 року була. Ось, і коли збиралася на стадіоні, я пам'ятаю, не то по 300, не то по 500 чоловік. Ось, команда, ну, ніяк.
просто не йшло нічого. То було ніяк ще складаніше працювати, ніж коли були заповнені трибуни, як було з Ліверпулем, коли були збірні з французами. Шановні аматори футболу, ми виказуємо вам слово подяки за підтримку нашої команди на стадіоні «Центральний» в цьому тяжкому для нас сезоні. Виказуємо сподівання на добрий льот головної команди Гомельщини і завжди з радістю чекаємо вас на наших трибунах. Наняли, стерли, плюсик поменял быть. Это уже студенты балуются. Ну-ка, потом снять на видео и показать. Сесть на приемник. Как мы называем это, дюндики. Тут складание. На лекции ты один. Так, ты отказываешь за все, фактично. Тубок, вось в твоих руках, фактично, лёс этой лекции. Ты ее задумал, ты ведаешь, что треба дать. А футбол, это ж, в принципе, давайте не забываться, диктор. Это, в принципе, это только антураж, это то, что позволяет сопровождать основное деяние. А основное деяние, все-таки, это вне команды. Потому, коли команда не в порядку нажать, коли нечто идет не так на поле, хоть все максимум можно робить, але узнять трибуны складано. И они, конечно, будут идти за футболистами, потому что они являются у нас центральными. Иншим разом хочется и додать и градусу, и поддержки команде, вот как глядачи больше активно с наткнением сочили за гульней и стимулировали, так сказать, футболистов для того, как вынем был добрый. Гульнёв вступил, номер 32, Дмитрий! Я не являюсь прихильником того, как выпячиваться, выходить на первый план, но замен футболистов, я пояс некоторые у нас есть стадионы, где я звертаю вам, не смолкаю, дикторы. Я лечу, что гульня – это тое, что само дает акустику. Коли ты сидишь на, тем больше у нас чисто футбольный стадион, когда ты сидишь на пятом или на шестом ряде и чуешь, как футболисты сутыхнулись с чуток, те, как они одночасово дали по мячи, и эту акустику ты отчуваешь добро, как идет борьба жестко на каждом участке поля, ты отчуваешь каждую тренерскую подсказку и так далее. На мою думку, футбол, и он богат именно своим натуральным звуком, який он дает. Вот. А, диктор уже должен сказать там, «да гульни», перепинку информацию. Ну и когда забивает самая приемная команда гол, тут уже треба допомогать завзяторам раскрыться, так само и порадоваться. Як я хочу это зробити, тому що ті емоції адмовні, які приходять, їх переодолеть просто немагчимо. Тобто об'являти гол Валерія Горбачка на 93-й плюс хвилині забити на Мапошні, я не хотів просто йти. Тобто ноги не несли. Я сьогодні не знаю, на кубокомі забив номер 94-й. Гарбін Гарбін Вулкан Мікомса.
Как на месте болельщика? Лепей, чем на месте диктора. Душа моя просится вот до этого места. Это я кажу щиро. Тут лепей иметь нарыхтовку некую, якая есть у паперовом выгляде и на основе якой уже маючи в руках осадку и фломастеры, один помаранчевый был зеленый, зеленый это для того, как прокрывать складки футбольного футболона, помаранчевый склад гостей. Вот. И с допомогой вот этих нехитрых инструментов, как кутка на месте подрыхтоваться непосредственно до гульни, вот. И далее уже користаться этой напрацовкой под час гульни. А в принципе, до кожной гульни чемпионату нашей Беларуси, я могу сказать твердо, что подрихтовка займает не меньше, чем 8-9 лет. То есть это с уликом и музычное оформление, с уликом подрихтовки, да, по контексту, там, по складах, по арбитрах, по тем, что треба дать эту информацию перепынку. Я прихильник того, что кожный стадион, ну, в первоначальности в нашей краине, добра, коли он вылучается своей некой медиа-атмосферой. Он отметный тем, якая вот им ликует музыка, учить на им, значит, он робится познавальным не только своим геометричным образом, не только той команде, якая она, але и той медийной атмосферы. Это не только музыка, это информация на табло, это подача, это некий дизайн формы футболистов, який заховывает певные традиции. Вот коли все это в комплексе являет собой некую социальную картину и заховывается в целом, то это и есть то, что формует и привабливает новых и новых аматоров до команды. Важно стало и непозбежно стало, я думал, коли Катерина Дарыч допомагала рихтоваться до гульни с Ливерпулем, а там не только белорусская мова, але и английская. А я помню, вот даже произношение спрашивали. Так, так, так. И вот Катерина допомагала и с вымовлением англомовным досконалом, потому что агульно-адукационная школа тут с техническим университетом не вельми достатково. Лукас Лейла, join the game. Складано было рихтоваться, например, до Франции, когда сборная сустракалась тут в Гомеле с французами. Прононс французский у меня мать по адукации перекладчик с французской мовы, и она мне прононс ставила, ну, может, дён 10, потом сказала, не, ничего не отрывается. Английская и все отрывается. И вот, когда я простыл, только тогда она сказала, о, вот теперь нарежьте то, что требует. Вот. И я еще до гульни не поспел выздороветь, по-моему, еще была температура, я памятаю, але вот для менавіта той гульни это было вот, самую кропку то, что требует. Жофрей, кандек, бия. А поштим часом звилась великая колькость легионеров с экзотичных краин. Вот не так давно был на нашем стадионе, я не ведаю, Тито, это представник монаршей, некой династии, футболист, который выступает за энергетик БДУ, за студентов. ТВ и римская литра, римская личба 2. Как это расценивать было? ТВ, другие, або ТВ, 2. Ну, мы вырашили все ж таки нияк не называть эту двойку, а просто он был у нас ТВ. Довгий час я рихтовался до того, как правильно вымовить папуна Масенгу Личу и Легу. Зараз у меня это уже отрывается легко на раз-два. Только не понадобилось. Вот. Але не спотребовалось. Я пока что працевал только на двух стадионах. Это тут и вот неподалек отсюда. Это стадион Дешор 8, на котором была одна гульня одной части. Вот, але моя мара была попрацовать бы, конечно, на том стадионе, якого пока что нема, який з'явится в Минске национальный футбольный. Я был бы вельми, вельми счастливым человеком, лечил бы, что моя дикторская карьера отрымалась, коли бы у меня была машина попрацовать на гульни сборной в Минске. Хочу тебе в этом плане. Можно было. В принципе, этот досвид для меня цікавый был бы. Лечу, что можно было попробовать.